Вот такое суровое 9 мая 2017 года. На зеленой травке выпал снег. На улице плюс 3. Впереди морозы. Красная смородина погрустнела под снегом. Загнула ее. Ну, яблони с вишней хорошо хоть еще зацвести не успели. Ну, а сейчас пойдем в теплицу. Надо же сорвать первый огурец, как обычно, 9 мая. Тюльпан тоже не выдержал шапки снега. Нет, у нас сюда же хосты вылазят. Ладно, идем в теплицу. Вот наши заснеженные теплички. Зайдем и посмотрим. Вот, начнем с огуречной. У нас тепличка, тут уже часть зелени второго оборота уже съели. Смотрим. Ну, вот у нас парочка корнишончиков, наверное, эти можно съесть. Вот это у нас самый высокий огурец, но пока что-то он в размерах огурцы не хочет увеличивать. Вот там вот тоже есть один, но совсем такой еще. Скорее даже пикуль, чем корнишон. В этом году все у нас как-то дольше с такой погодой. Ну и с учетом того, что чуть не угробил я огурцы. Вот там у нас красивая зелень. Здесь у нас батат. С остатками непонятно чего. Ну и эксперименты с подсветкой. Это у нас томаты в горшках экспериментальные стоят с плотиками. Сейчас пойдем посмотрим томаты, как у нас во второй теплице живут. Вот какой у нас лес томатов. Вот эти у нас монстры были посажены из того, что у нас от дачной экспертизы осталось. Почти все томаты у нас лежа легли. Они все у нас в кистях. Вот. А там, видимо, первая кисть на полу у нас пока как-то не очень зреет. А вот вторая, наоборот, начала наливаться. Так что 9 мая не успели с томатом. Ну, скоро будет там вот следом за ней еще одна. И так далее. И здесь у нас покрупнее помидорки. Но тоже пока еще не спеют. Будем ждать, как говорится, урожая. Вот. И там у нас урожай перчиков готовится. Здесь у нас базилики ждут своей очереди, чтобы высадиться. Попытка посадить кинзу рассадой. Рассада бархатцев. Бархатцы, которые прут дуром и ждут своего часа на высадку. Здесь у нас тоже еще целый букет бархатцев в одном горшочке. Ну и еще часть зелени, которая осталась. Там у нас рассада капусты. Сейчас пойдем посмотрим, что там еще у нас есть. У нас тут перец в горшке вот такой вот вырос уже. Перчики. Все в укропе, заполонившим все. Это у нас такая скромная петунья, полметра. В перцах. Ну и вот эти тоже ждем, наверное, первыми, что скоро поспеют, начнут уже переходить в биологическую спелость. Тоже тут что-то желтеет. Ну, вот и наш мод-автомат, который я уже показывал. Ну, 9 мая мы почти достигли вершины. Вот, здесь у нас крупноплодная начинает наливаться из посаженного позже значительно.
Вот. Ну и опять укроп на зонтике посажен, чтобы когда пойдут огурцы, было с чем солить и мариновать. Ну вот, собственно, все на сегодня.